Это видеоблог. Всем привет, меня зовут Маша, мне 13 лет, я живу в городе Москва. Учиться мне нравится, потому что я вообще люблю уроки. Для меня не самое главное там друзья, а школу я тоже люблю. Даже не бываю, что там на это школьные дискотеки, когда я там... Да нет, ничего не было. С друзьями мы очень часто любим ходить гулять в разные парки, просто посещать разные места. О, я люблю концерт. Я была на всех концертах группы Skillet. И часто они опять-таки плохо заканчивались. Кстати, это Marilyn Manson так не выступил. Marilyn Manson не выступил. Шнурок развязался. Я вообще блондинка. Нет, сначала до этого выступали еще звезды. А когда должен был выступать Marilyn Manson, мы его все ждали. Сказали, что заложена бомба. И нас всех вывели из концертного зала. Не, ну это не так было, просто развлекались. Такое прекрасное завершение дня. Мне нравятся искренние люди, но вот те, которые врут, я ненавижу таких людей, хотя часто ошибаюсь, и это плохо. Я много чем занималась, там было и плавание, и рисование, но все это очень быстро закончилось, потому что мне это не нравилось, или же начинались какие-то фобии. Я 3 года занималась верховой ездой, после чего очень сильно упала с лошади и попала в больницу. После этого я начала очень сильно бояться лошадей, избегать их, и пришлось бросить верховую езду. Их немного, не сказала, сколько фобий. Больше всего я боюсь, наверное, остаться совсем одной, потерять всех дорогих мне людей. А так, в целом, вот так вот больше фобий нет. Была такая съемка, первый сюжет, где я снималась одна, под темой Reborn, такие куклы. Все так сложно. Было страшно. Потом просто стыдно, потому что мы заявились в квартиру поздно ночью из-за того, что в Москве пробки. И нам были явно не рады. И я не чувствую себя звездой. Мы ждали. А потом просто поняли, что текста нет, и начали сочинять текст, а нас начали орать о том, что уже поздно, и поэтому первые одиночные съемки прошли не прекрасно. Всем пока!